Как вам, удобно? Да не очень. Хорошо, люди добрые бывают, помогают. А как вы? Как вы обходитесь, если вот вам, например, надо заплатить за квартиру с ребенком? Куда? Ну, вы видели, как я вначале начала. Так вот и поднимаю пока что ступеньки потихонечку. Ну, чтобы пожелали, посоветовали такому магазину? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы установили оборудование необходимое. Пандусы? Да. Ага, еще лучше лифт. По пандусу же тоже нужно тащить. Не дай бог отпустишь, и с какой скоростью полетит эта коляска. Это же магазин кировский, да? Я правильно? Да. И спускать приходится вот точно так же. И спускать тоже по одной ступеньке.